В Японии впервые с 2019 года казнены трое преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Приказ об этом подписал министр юстиции страны. Троих мужчин повесили за убийство. Японская ассоциация адвокатов добивается отмены смертной казни. Однако власти страны восходящего солнца указывают, что эта мера имеет широкую поддержку в обществе. Сегодня исполнение приговора в Японии ждут свыше сотни заключенных. Казнь осуществляется исключительно по письменному распоряжению Министерства юстиции.